можно рассказать, место в Нячанове, где делают очень вкусные пряжи. Здесь есть такая фишка, что ты берешь, да, кубитры сока, четвертый подарок. Здесь клубничка, и все вкусненько, очень красиво. Получается, две девушки-вьетнамки сами это заведение создали, сами его открыли. И каждый день здесь вдвоем стоят и его делают. Да, цены, ну, цены все очень отлично, потому что вот. Вы выбираете. 90-20 тысяч салатик, можно заказать за 30 тысяч долларов. Да, и можно немножко на алкоголь подсесть, только это для туристов очень классно. И недорого. И самое главное то, что здесь они получается так, что они не так, как у всех положат чуть-чуть 100 мл краша и потом ложат, ложат полцелый стакан льда. А они здесь ложат чуть-чуть льда, там вообще где-то 5 грамм и есть стакан краша. Это очень удобно, очень вкусно.